Так, здрасте, здрасте. Мои маленькие любители приключений. Из сказок на ночь. Продолжим сегодня немножечко изучать мир Octopath Traveler. Так. Так, у нас нормально все? Потом нормально. Потом так. Так. Ну?
Так. Продолжаем. Какую продолжаем? Что-то у меня их три. А, это автор. Так, ну очевидно, что вот это. Так. Мы с вами выяснили, что нам тропа Пилфорлоу. Нам нужен Пилфорлоу, правильно? Да. О, Гудлас, ничего себе, здорово. Как у тебя жизнь дела? Как ты относишься к JRPG? У нас тут одна из самых культовых JRPG современности. Так. Как ученый, естественно, наук, я провожу полевые исследования, чтобы изучить повадки диких животных. В этом регионе множество редких видов. Здесь невероятно подходящее окружение. Так, если мы тебя с собой возьмем. Молнию умеешь, иначе, да? А, ну, молния у нас есть, поэтому ладно, ты нам есть. Хотя вообще, в принципе, кто-то уже израсходован. Давай, пойдем с нами, короче. А того 4 пилы все осталось. Будешь, короче, с нами ходить. Норм дела, JRPG? Ну тогда смотри игру, отличная игра. Мы только недавно начали, еще только прологи проходим. Ну тут, наверное, огнём, наверное, пошёл, да? Достанешь вот этих замечательных выросших дядей стоящих. Так, ты просто ударь. Вот это ладно. Ну а ты, короче, бахни по всем. Хорош. Ну еще раз. Ладно. Надо было, наверное, попробовать подраться с тем чуваком, тем, как его засумонить. Или не, это она. Надо было с ней подраться. Засумонить. Поиски орех. I've done my research on you. Ну вот как раз молния, свет, вот мы сейчас ему издадим. Балдеж. Letting my arrow fly in true. Так, а чуть ты только одного. What is the logical course of action? All night. Smite them down. Странно. Левый лапу. Нам, конечно, хранит, лучше бы прокачать, но ладно. Она тоже сойдет. Так, а кстати, мы там прокачать ничего не можем. Нового. Этому еще рано. О, она уже может. И она может. Так, укрывающая завеса увеличит элементальную защиту одного союзника. Сильное исцеление. Останавливает большое количество за всем союзником. Это тому союзнику возможность отразить одну элементальную атаку. Воскрешает всех выведенных из строя союзников. Давайте сильное исцеление. И пассивочка у нас появилась. Упорство. Так, сейчас мы знаем, что за пассивочка. О, дерево взорвало. Так, буревестник наносит большой урон молнии одному врагу. Заставляет одного врага действовать в конце хода. Здесь весь след одного из врага из лука, смертельные атаки будут оставлять цели один. Он знает, что-то я не совсем понял. Шторм. То есть это чтобы типа, видимо, ослабить нужно. То есть мы потом сможем кого-то захватывать, если у него мало ХП.
Стреляет во всех врагов из лука. Оооо, Штормус. Увеличивает шанс критического урона точно всех союзников. Штормус ты возьми. Ну вот я не знаю, я еще мыслил, пока надо не будем туда качать. Большой урон был у меня там врагу. А, давайте. Хотя у нее много всего. Я еще не знал, может понадобится вообще захватывать. Ладно. Что там за пассив? Вы получаете все полученные положительные эффекты будут действовать на один ход дольше. У нее мы пассивку не знаем, к сожалению. Точно всех так, седьмого уровня опасности, нормально. Так, слива. У нас тут развилочка нарисовалась с вами. Слева, скорее всего, обтоналка. Так, ну чё, Бест? Его бесполезно, Фест, к сожалению. Да, это тут, к сожалению, не особо полезно. Неплохо бахнуло, неплохо. О, прокачалось. Громковато, вот там пишите, если громко будет, а так. Так, подождите, если тут сохранялка, то по идее нам сюда и надо было, значит получается налево было. Так. Ага. Standest thou against me? Ё-моё, народ, тут сколько, а? What is the logical course of action? Ух, так, ну давайте достанем хотя бы вот этих. Ну да, чё-то не кисло их тут, не кисло. Может вот это призвать парня, посмотреть, что он умеет. Ну-ка иди сюда. Найс, найс. Так, а ты, короче, тогда... Пленение. Вот не можешь. А, ну да. Чем меньше хп, тем больше шансов пленить. Ясно. То есть мы можем кого-то из них потом пленить. Найс. Ну, можно, в принципе, посохом просто долбануть по нему и все. А можно электричество сдать. Маны мало осталось. Так, ну он не любит вот это. Ну, крайне... Вот.
Блин, а Сайрус-то не скоро левелап, не обманут, надо аккуратнее ему тратить. Так, повелителей Болдерс Холл. Так, подождите. Все-таки это... Все-таки там была второстепенка. Очень странно. Лагуна, придется им потом жрать его. Соник рекламирует. А, это у тебя реклама идет? Ничего себе, офигеть. Фильм Соник скоро выходит, но я думал, что он в русском сегменте есть. Ничего себе. Здорово. И это радует. Это не может не радовать. Можешь открыть несколько вкладок. Будет несколько рекламы. Так. Инвентарь. ОД. Блин, у нас, кстати, скивок не так много осталось. Надо было бы купить. Ну что, вернуться что ли? Ну давайте вернемся еще, подфармим экспы. И посмотрим, что здесь за вниз такой проход. Непонятный совершенно. На, этого она не пробивает. Ну, в этих играх необходимо вот так удраться, потому что нужно обязательно фармить. Без фарма далеко не уйдешь. А, мы круг здесь просто захуячиваем. Блин, я-то думал, а тут оказывается нелинейные эти самые. Так, вот этого парня надо изучать. Ты что такое вообще? Почему я тебе ничего не знаю? Копье он не любит, ясно. Которым успел стрелять во всех врагов. Блин, ну он, конечно, очень. И она ничего не сделает. Так, сделал. Ладно. Люди вызываем. Ага. Линда считается копьем, да? Пополам. Нам бы вот этого лучника бы блатного захватить бы. Он бы вообще балдел. Блин, она не застанет этого. Может это застанет? Так, на молнию ему тоже насрать. Так, а можешь ли ты 75%? Лесной краснолюд 2 описано. Да, а почему второго нельзя, а третьего можно? А, то есть это имеется шанс успеха 100%. Черт, я что-то думал неправильно, я думал, короче. Нам вот этого бы оглушить. Мы бы захватили его с вами. Третьего левела, конечно, хотелось бы больше. Так, давайте попробуем его захватить. Поймать отвар. Да, попробуй.
повторюсь, как думал. Ну, ничего страшного. Сейчас мы его еще оставим. Да, точно. Значит, получается, что... А чё next? Чё next? Next ты делаешь 2 таких ударов. Только не убивай его. Еее, балдёж. Так, хилить вас надо, болтусы? Вообще бы не помешало бы немножко похилить. Ладно, после боя похилить. Так, так, ты его, короче, изучи. Узнай, что это такое на будущее. Огонь! Ясно. А ты его лови. Мы забираем его себе. Огонь? Балдеж, теперь он у нас. Так, и что тут? Ага. Так, подождите. Сейчас мы еще того заодно проверим. Йотить. Сколько народу-то, а? Я думаю, может, гупутуна нашел, блин. Хотя, ладно, повалим сейчас. Идем, напомню, к четвертому персонажу. Проходить четвертый пролог. Надеюсь, что это будет воин, потому что нам не хватает как раз именно воина. Вот, поэтому скоро нас ждут как раз самые сказки на ночь. Только что-то сегодня мы никак не дойдем. Двойной удар. А он чисто на шару фигачит, да? Понятно. Ну, на самом деле он нам не очень сильно нужен, но так как, по-моему, карман он не тянет, то как бы... Пожалуйста. А, у него нет. Это демедж, у меня какой-то немножечко подсос. Слушай, а может ты еще кого-нибудь поймаешь? Белка, что из себя... А, это Сурок. Что из себя представляет Сурок? Разрез у него. Кинжал, кстати говоря. Что, пацаны, поймать? А хрюн что делает? Хилит. Давайте хорька с кинжалом поймаем. Иди сюда. Будет у нас удар кинжалом, если вдруг он понадобится. Сосовый. Что-то на нее повесили нехорошее. Блин, надо узнать будет, что на нее повесили. Как узнать сейчас? Черт, интересно, как узнать, что на нее повесили? На Дима какой-то повесили. Скорость, наверное, не пусть. Типа того. Так. Короче, достань его. Бахни. Найс. Эссенция граната, по-моему. Так, а мы шли сюда посмотреть, что будет там. Вот сейчас геймпад не багает. Потом опять начнет багать. Вот что за хуйня? Вот что за хуйня? Так, сейчас. Если кто-то смотрит, кому-то интересно узнать, что было в прошлых сериях, можете спросить, я вам перескажу вкратце, что до этого было. Логает.
Так, и что же тогда будет здесь? Только сундук. А вниз, если пойти... Как-то очень странный здесь левел дизайн. Так, а может быть просто побег? Тоже вариант. Если мы идем вниз... Ага, мы просто еще раз сходимся... Блин, вот это мудрёный дизайн. Ну ладно. Ну это сам Бог велел. Ага. Мана там нет. Ладно, побег. Черт. Ну он уже... Ну хорошо, они по левелу у меня синхронизировались, это очень хорошо. Это очень здорово. Ух ты, ничего себе. Так, нам надо держаться правей, чтобы попасть к тому чувачку. Чтобы попасть к тому чувачку, надо держаться правее. Новые враги, скорее всего, будут. Так, но они могут быть... А, вот. Олищи. Что только по одному? Я от тебя вообще другого ожидал, ну ладно. Так, а что ты знаешь вот об этом? Горный пицелют, двойной удар кинжалом у него. Надо его заставить сначала. Так. Сейчас мы потом заплатим. Как вы к свету относитесь? Блин, он укайдохал его, я его заплатить хотел, но придурок укайдохал его, точнее баба это. Блин, левела получил, черт, только я ему ману сдал, он левела получил. Так, здесь где-то должен быть проход направо, вот он. Так, а еще вниз. А. Нам бы вот поймать бы одного из них бы. Значит, мужик, ты, короче, начинаешь нам изучать. Ясненько. Ой, хорошо. Так, богать перестаем. Так, нашли у кого слабость, отлично. Вот этого парня бы нам бы поймать бы. Так, это мы все знаем, вот об этом узнаем. Ясно. Так, пленение. Давай-ка его. Атака всех кинжалом, балдеж, давай. Так, чем? Нет, как мы не узнаем. Тогда так. Сейчас мы знаем, к чему мы идем. Ну, почему-то идем.
топор. Что, может его тоже применить? Выпад копьем. Ну, сила вообще не хилая такая. 4. Интересно, у нее безграничное количество питомцев или все-таки я упрусь когда-нибудь в какой-то предел? Потому что я уже очень много питомцев поймал. У нее уже целый зоопарк, блин. Так, мы пришли в Бордерфолл, отлично. Добро пожаловать в Бордерфолл, самое большое поселение... Ага, ага. Бокалейщик. Так, купить. Оживляет основной ТЗ. Так, это можно покупать, неплохо. Но у нас они есть. Излечит одного союзника от замешательства, от страха. Так, давайте-ка, чтобы у нас был... Немножечко таких. Значит, чтобы у нас хоть какие-то были запасы, да? Небольшого объема. Немножечко какой-то. 70 наград. Добавь, который восстанавливает здоровье. Компонент, который восстанавливает здоровье. Интересно. Это вот у нас еда, а это компонент, материал. Ну ладно. Всем привет, кто смотрит, не снять, пишите в чате. Сейчас будем смотреть четвертый пролог. Так, и пеньки на скайне придутся в район, тогда может быть тяжело, потому что будь осторожен. Можно спровоцировать ее. Не, ну старика, наверное, мы дохать не будем. Давайте спровоцируем вот эту барышню. А, она тоже вообще-то бабулька. Standest thou against me, then be hunted. Come in, if thou darest. Так, сурок. Ага. Сейчас мы ее сурком и завалим. Я так и не понимаю, зачем я это делаю. Я это опция в этой игре. Да. Это что? Мне так нравится, это же RPG-шка, всегда можно просто тупо воровать. О, сундучок. Так, а как его получить, интересно? Через домик, наверное, через домик по-любому. Нет? О, отдохнуть можно, кстати. Сколько стоит? 66? Так, нет, надо было вообще-то... Кстати, тех опросить. Кит в трактире, во! Кит в трактире с вами на дыбле. А как же получить тот того? Никто из активных членов не может открыть этот сундук. Нихуя себе, тут будут сундуки, которые может открывать кто-то конкретно. Вот этот поворот. Ладно, сколько теперь стоит? Два раза дешевле. Пыхаем.
Так, где ж нам найти? О! Тирион, замечательное сокровище дома Ривусов, несомненно. О! Вот он, парень. Его зовут Тирион, и он вор. Блин, нам нужен воин, а у нас будет вор. Волк, одиночка, резкие колки, как крутые пики скользят, скитаясь из города в город, он добрался до Болтера. Он работает без напарника, хотя так было не всегда, мало кто знает его прошлое, многие видели его лицо, но рассказывая его впечатление, стараются повсюду. Так, он услышал историю слишком притягательную, чтобы сопротивляться. О сокровище, которое невозможно похитить, и тогда он рискнул испытать защиту великого дома Равусов. На вырванном пути ему пригодятся хитрые союзники. Послушай начало истории. Да, поехали. Так, все как всегда. As you like it. Как так? Я слышал, этот вор снова вышел на дело. Really? Да, ну. И что он повернул на сей раз? Обчистил одного торгаша, который ехал от ювелира. Походу, того шикарного особняка ему не хватило. Вообще не представляю, как он тогда мимо охранников проскочил. Дыму не мусь, чем больше стражи, тем веселее. Нет, поход про нас. Они стояли там больше для украшений, чем для реальных охраны. Подумал наш персонаж. Ладно, чем захватить над чужой работой? Когда-нибудь мы будем проворачивать дела не хуже этого парня, и тогда нас в городе не говорят. Да, как скажешь, напарник. Напарник в преступлении? Хе-хе-хе, да. Десять лет назад наши пути пересеклись за стенками тюрьмы. Я хорошо помню ту встречу, ведь она сильно повлияла на мою карьеру. Ой. Так, пошел внутрь. And? А где, пожалуйста? Ты здесь таким поганым языком долго не протянешь, сопля. Да, ты вроде отлично держишься. Ну, его пошит. Нечего тут тебе манерам сейчас научат. Я смотрю, нас обоих тепло встретили. А ты кто? Такой же неизученный карманник, как и ты, раз попался с поличной. Как я говоришь, то тебя вижу похуже пришлось. Ну, привыкаю уж к моей роже, вряд ли я тут похорошею. Внешняя охрана думает, что можно выбить из нас. Они никого не жалеют, особенно воришь вроде нас с тобой. Похоже на то. Уже готов стать хорошим мальчиком и поулыбаться стражем? Ты? Не, я не собираюсь здесь сидеть и ждать, пока меня переубедят. Видишь, я раздобыл булавку и сейчас пущу ее в дело. Эй, ты что делаешь? Гадета. Попробуй лучше вот это. Походу отмычку даем ему. Ключ? А, ключ. Где ты его взял? Тащил у стражника, пока тот бесился. Ну и растяп наш стражник. Теперь давай валить отсюда, между прочим, я Дариус. Тирион. Тирион. Портнер. Ну что ж, Тирион,
Теперь мы с тобой законные напарники его преступления. Но что-то потом явно пошло не так. Sweet memories. Эх, светлые воспоминания. Fill it up. Налей-ка мне. There you go. Где же? Beg pardon. Прости, конечно, не хочешь ли ты за сокровищами Равуса? Если да, то подумай еще разок. Слышал вчера еще одного горя, как искать в подземелье бросил. Сколько же таких? Десятка два, может. Дом Равусов не особо жалует тех, кто зарится на их богатство. Но медные валюшки слетают с ним, как на пятки на огонь. А масло огонь подливают слухи о якобы несметных сокровищах. Говорят, там хватит золота, чтобы купить весь город. Всего один город? Что насчет соседних? Не могу сказать наверняка, никто никогда не видел эти сокровища. Даже тому несравненному вору, о котором все болтают, хватило бы до конца жизни. Отличная байка для рассказа Тавери. Слушай, когда давно в деле, то можешь сразу смекнуть, что к чему. Ты умный, талантливый парень, возможно, тебя ждет большое будущее. Поэтому скоро еще раз держись подальше от этой усадьбы. Спасибо, Сари. I'll have a tale of my own to tell. Еще раз будем сейчас вот покупать. Так, находится на самом верхней горе, где живут только настоящие. Так, интересно, интересно. Разворачиваются события. Мы играем за вора. Что-то странно, у нас 4 персонажа, и ни один из них не воин. У нас 2 мага, Хантресса и вор. Это так странно. И там так странно. Сейчас продолжим. Так, мечник. Денег у нас пока нет, потому что мы не объединились сейчас платить. Тем богат, тем пат, вот ничего он сделал. Ой, как хорошо, мы тут закупимся, это для этих самых, это для наших. Ух ты, какие тут. Млойс. Надо потом будет сходить сюда обязательно закупиться. Так, он у нас меч, длинный меч, кинжал. А, меч и кинжал он у нас. Нормально.
Так, а нам... Так, тебе что-то от меня нужно? Наш талант пока нам еще не известен. Так. Идем наверх. И вроде как говорят особняк. Тот самый. Пеньки вызирают на середину, но вот это может быть тяжело, там их осторожно. Так, а где же у нас? Так, а мы вообще двигались до особняка Ревуса. О, вот этот парень умеет наверняка. Колющий кинжал. Там он где-то. Так, а как же куда же нам нарисовано идти туда? Во! Во, нашли. Хорошо, что здесь есть карта, блин, балдеж. Блин, почему же так багает карта потом? Непонятно. О, еще тут, блин, добрый собрать. О, стелс пошел. Так. Не разбирался бы я в теме, подумал бы, что это такой способ что-то компенсировать. Ты что, здесь открытый, ты сейчас открытый. Так, смена караула. А, это смена караула. Ты там. Yes. Да, сэр. Listen up. Хватит ногами топать. Мы тут не гуляем. Да, сэр. Вообще-то платят за эту работу. Шагай гордо. Че, настоящая армия, что же за место такое? Еще и сторожевые псы. Воу, holy shit. Сторожевые псы выглядят довольно злобно. Это еще не все, по стенам протянуты провода. С электричеством, что ли? Точно. А то нервное движение из-за вопиться по тревоге. Попытка забраться на стену явно не принесет успеха. Кто это у нас тут? Listen. Так, какое слово с таблички никаких посетителей тебе непонятно? Exactly. Пресс, есть дела поважнее, чем водиться со всякой шушерой пик тебя. Купец, это совсем ненадолго, клянусь, я простой купец, я хочу... Купец говорит, докажи. Что доказать? Я пришел продемонстрировать хозяйке дома лучше ткани королевства. Что, на тебе... Нам тебе на слово поверить? Нет доказательств, нет входа. Но я... Хорошо, хожу, чтобы этих обычных оба. Так, значит, нам нужно будет, видимо, притвориться тоже торговцем чего-нибудь. И тогда нас не только обязательно с этим прийти нужно. Тогда нас пропустят. Так, лучший способ попасть внутрь через парадный вход. Надо раздобыть это их доказательство. Железный шлем. Балдеж. Сколько мы не штуков на халявку не включили.
Так, защита элементально падает на физическое существо. Так. То есть нам надо накупить ништяков. Ага, вон купец. А, это двое воришек, скорее всего, который пытается. А, это же наш старый знакомый. Чёртовы ревусы, они что, не знают, что некоторым нужно как-то зарабатывать себе на жизнь? Что, завернули во дворе? Друг, по несчастью. А, всё-таки это два купца, они. И тебя, но почему? Они так со всеми, ходят слух, что они охраняют какое-то великое сокровище. Но мне не нужно сокровище. Я просто хотел показать хозяйке дома свой товар. Тут надо было охранникам показать, долбоёб. Они потребовали от меня какие-то доказательства. Как будто этой куча шелков платья всегда достаточно. А, он показал. Платье. Значит, какие-то доказательства нужны. Тебе нужно письмо приглашения. Какое еще письмо? Дом Ревсенс ведет торговлю только за рекомендовавшимися купцами. Где мне взять такое письмо? Это не так-то просто. Сначала надо заработать себе репутацию в городе. Когда ты зарекомендуешься как надежного торгового партнера, тогда и только тогда Ревсенс пришлет тебе приглашение. Тех, у кого оно уже есть, можно по пальцам пересчитать. Сколько сил надо убить на одно письмо? Неужели нет способа полегче? Я знаю как минимум один способ. Вытащить его из кармана кого-нибудь, кто уже сделал всю работу. Ну что ж, значит, нам надо найти чувака, у которого есть письмо. Врожденный дар писал, что преодолеть его препятствия. Попробовать после гражданина. Может, красть у гражданина. Так, надо найти купца, у которого уже есть. Угу. Ясненько, понятненько. Но сначала надо бы сохранить, скажем. Серьги. Уклонение плюс 10 со 100%. Забираем. А ему они все не нужны. Ты переживешь и без этого. Да. А у этого чё? Огненный камень души. Наносит урон огнем. Убираем. Убираем. Балдеж. Карим, короче, отдыхает. Так. Вы ничего не видели. Я вас чисто обокрал. Просто интересно, долго вы еще собираетесь за мной ходить? А, это те два гопника. И ты нас заметил? Вы не очень-то прячетесь, хоть и вора. Вы просто глазастые остальных. Как и мы знаем, что ты охотишься за сокровищами Ревусов. Если судить по количеству охраны, овчинка стоит выделки. А вы вообще видели это сокровище? А что на него смотреть? Посмотри лучше, как они его прячут. Охранники, собаки, ловушки, у них есть все, что только можно. И вы пошли за мной, чтобы предостеречь? Какие заботливые. Слушай, у нас тебе предложение? Мой ответ нет. Выслушай нас, приятель, мы же можем помочь друг другу. Мой напарник был внутри, он видел их ловушки вблизи. Черт, да он угодил прямо в одну из них и поднял дикий шум. Заткнись, ты обещал, что никому не расскажешь. Так, короче, я успешно выбрался наружу, и вот мы здесь, что скажешь? В одиночку у тебя вряд ли получится вынести это сокровище. Как насчет помощи?
Не, у меня есть пара рук, мне этого хватает. Damn you. Ты думаешь, слишком крут для нас, да? Я вор, а не я. Say again? Да ты просто неблагодарный ублюдок, вот ты кто. Are we done here? Слушайте, клоуны, у меня нет времени на вас развлекать, мне пора идти. Hey. И куда ты не пойдешь? Ух ты. Bye now. Убирайся с моих глаз. Yikes. Ты еще жив, приятель, скажи что-нибудь. Ой! Так, что-то, видать, это пацаны какие-то не случайные. Так, воры, не уйдете, за нами гонится. Это у них побег. Да, Дариус. Понял. Черт, мы их упустили. Они не могли далеко уйти. Пойдем проверим заднюю улицу. Они ушли, мы вроде бы в безопасности. Это прошло лучше, чем я ожидал. Жаль, что они не видели, какое выражение лиц у них было. Ага, после такого обращения с нами они и не то заслужили. Может, у нас и мало, но у нас столько мозгов, сколько у них. Не на всех, всех на всех не найдется. Так, давай повторим это. Когда мы на деле вместе, нас никто не остановит. Только погляди на все добро, что мы унесли. А, они еще что-то и свистнули. А, то есть это они уже после побега что-то свистнули вместе. Да, добра хватает. Веди веселее, приятель, это же все теперь твое. Ну да. Мы знали, что хотим, и мы взяли это собственными руками. Так, понятно. Вот они, слова истинного воля. Все сокровища мира ждут. Partner. Ну, сейчас нам, наверное, расскажут, почему они расстались. Вы великим дуэтом, какого еще не видел мир. И что ж пошло не так, интересно? И что это за два гопника? Так. Время для ностальгии, мне нужно разобрать одно из этих писем. Так, интересно, интересно, что с Дариусом случилось. Пойду-ка я сохраню, ну, сначала можно обчистить, если есть шанс, я по 100%. Так, виноград. А можно забрать все? Так, ну-ка, бодрящий гранат. Сколько мы с вами надыбили ништяков? Здесь не воровать меня. Так, я лучше думаю, это. Блин, ну я думал, это воин будет, честно говоря. Я думал, это будет воин. Так, у тебя чё? Олива жизни, ни хрена себе, она 500 голды стоит. Так, а нам надо где-то найти торговца. Где бы нам найти торговца? Топор железный. Убираем. Копье. Ой, слушайте, хорошо, что в магазине не стали ничего покупать. Мы сейчас себе наберем мастерков. Так, это у нас ворота особняка. Не, ну вряд ли мы здесь у кого-то что-то свистнем, да? Или свистнем. Так, а тебе вообще можно сюда появляться? Можно? Трава. Трава. Не, жалко нет кнопки забрать все. Вот это вот постоянно менюшка, они, конечно, не очень удобные. Вообще ни разу не палимся, конечно. Блять, почему ж у меня залипать начинает кнопка-то? Я не понимаю, что ж такое-то, а?
Ну, конечно, штуки не самые. Блять, да почему? Почему? Я не понимаю, что с кнопкой становится не так. Что с кнопкой становится не так? Собаку можно? Нет, собаку нельзя брала. Кость, гранат. Ага. Побольше кость. Так, ну мы не нашли купца. Он в таверне, наверное. Если бы я был купцом, я был бы в таверне. Таверна у нас была... А, нет, это трактир. А где мы тусовались-то, как бы, в каком-то домике? Где это было? Скорее всего, там, где мы тусовались. В таверне, скорее всего, и купец. Топор повстанца. Копье правосудия. Блин, будет хреново, если нас потом поймают и за все это придется платить. Так, товарищи, есть ли у вас купец? Непонятно, где мне туда купца-то? А, вот. Походу, вот они. А, ну этот бывалый такой, походу, мужик. У него, скорее всего, нет. Так, когда будешь в торговле столько, сколько я, Равусы будут умолять тебя заглянуть к ним. Состоятельный купец. Не нужен. Опыт решает все. К счастью для меня, твой опыт не научил тебя, когда лучше держать рот на замке. Игра помогает, прям укорил. Всегда хорошая игра, она игроку помогает, она ведет его, она направляет его. Это хорошая игра. Так, 100% шанс. А. Я еще второго хотел вообще-то обнести, но я посчитал. Так, привет, имеет с вами дело, теперь пора нанести висит. Второго надо, надо было с второго начать. Я не думал, что меня телепортнул. Так, я собираюсь проникнуть в особняк. Это кому это он рассказывает? Что такое? Хочешь идти со мной на дело? С тобой точно все в порядке? Знак дома Равусов. Тут не шуми, не путь под ногами, ясно? А. Стоп. Мы на дело пойдем всей губкомпании? Это ладно, это косяк сценариста. Я думал, он на дело как бы один пойдет. То есть хуяли он нас взял-то с собой. Так, во-первых, пойдемте украдем остальные вещи, потому что у нас еще пол. И мы не одеты, не обуты. Надо одеть, обуть уже, пока мы в городе. Так. Что у нас? А, тут у нас. Так, вот этого парня мы с вами не обнесли. Вообще написано, что как бы... А, нет, мы этого мы уже обнесли. Так, снаряжение. Значит, ты. Посох. Посохов у нас новых нет. Щитов тоже нет. Уклонение 10, это предпочитает, предотвращает сон. Оптимизировать. Выбрать оптимальное снаряжение. Серьезно? И чего, здесь тоже можно? Это ж качественный контент. Ну так, вот мы их приодели, теперь уже можно, во-первых, снять. Продать будут некоторые вещи. Так, оружие.
Меч хороший можно купить ему. По-настоящему хороший. Так, ханик можно купить. Нет. Ну вот лук неплохой. Лук по-настоящему неплохой. Давайте ей купим лук. Сразу надеть можно, балдеж. Так. Щит. Так, давайте купим щиты. Ей щит не так сильно нужен, ей щит тоже не так сильно нужен. Потому что у них уже просто есть. Так, шлем. Так, ну вот этой шлем бы, конечно, купить бы. Ну, это не очень сильно нужно. Хотя, черт возьми, нихера себе у него уклонение будет. У этого уклонение будет. Давайте, короче, введем. Вот так. Так, жилет, ну что у нас? Блин, хороший жилет. Ой, хорошие такие шмотки. Так, давайте купим. Матья. Давайте еще двоим вот этим купим. Балдеж. О, серьги. Точность. Уклонение. Давайте всем купим. Блин, а как их надеть? Так, ну ладно. Так, продать. Хотя, ну вообще можно сразу, наверное, продать. Очевидно, что это поганая дресня. Который не нужен. Да вообще не понятно, куда материал, зачем материал нужен, непонятно. Так, снаряжение. Вот это мы с вами обмундировали, пацанов. Вот это, я понимаю, тима. Вот это левел ап, так левел ап. Балдеж. Тиму прям сильно прокачали. Сохранимся там. Так, двое охранников у ворот. Если смогу обмануть их, я внутри. Время сыграть. Да. То есть он все-таки идет один. Добрый день, господа. У меня важное дело к Равусам. Вас не затруднит сообщить о моем прибытии. Ой. Они никого не понимают. Исчезнет глаз моих, кто поживее. Я сказал, исчезнет. Хочу сказать мне, что этот пес больше лает, чем кусает. Позвольте мне представиться, видите, я купец, и моя репутация. Купец? Еще если репутация, говоришь, не смеши меня. Не следует судить о человеке по одежде.
Между прочим, леди этого дома лично позвала меня для беседы. Понимаю, что она будет рада узнать о том, как меня не пропустили за ворот. Позвала леди тебя. И ты решил, что мы купимся на эту чушь? Если бы нам давали медяк за каждого воришку с таким рассказом, мы бы уже были богаче. Рабус. Но раз мы пока не богачи, значит надо защищать состояние от мошенников вроде. Думал, сможешь нас перехитрить, а? Когда я в следующий раз позову, забудь письмо. Посвящение небо, ты говоришь. Откуда ты его взял? Наверняка липа. И заключительный аккорд. Что ж, если я вас не убедил, больше мне нечего вам показать. Я уйду, но мне придется рассказать леди Рамус обо всем, что здесь произошло. И верю, что ей понравится. Как пообщаетесь с честными представителями? Подожди, сэр, мы просто делаем свою работу. Да. Да, работа. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас, господа. Так, теперь начинается настоящее веселье. Окно открыто, то как бы намекает. Легко расскажу через то окно. Да. Думаю, все губ компании здесь, и почему не дали засейвиться, я не совсем понимаю. Сундучок. Алаш. Бля, кто говорит, что это еще лучше меч. Твою мать. Я только купил. Я не стал покупать. Ну, короче, так или иначе, вот так вот. Ну, можно что-то. Как конфета. Фигеро. Блин, весь город, просто весь город обнесли. Что-то как-то пустовато у них тут. Ты помнишь? Так, давайте сделаем перерывчик и продолжим узнавать, чем все кончится здесь. Обычно вообще все заканчивается без нашего участия в прологе. То есть пролог обычно заканчивается без нас. Мы только продолжаем потом уже в другой локации что-то делать. В этой игре как-то так сделали, не совсем понятно, что мы всей гурьбой бегаем. Хотя по сюжету парень один. Но в общем-то вместе с ним просто не совсем понятно. Так, все, сейчас приду.
Так. Поехали дальше. Где, интересно... А, то есть... Это будет вот так. Любопытно. Собаку бы поймать. Живой пес. Разрез. Вот ее, да. Шторм и стрел. Давайте посмотрим, как он работает. Ё-моё. Ну, на будущее, конечно же, с вами узнаем. Чё они не любят? Так, ну чё, парень, навыки вора. Чё у тебя, украсть? Пожар. Одному врагу можно огонь урон нанести. Ну да, в принципе, не надо расставить. Как тот явно не любит. Нет. Ну-ка. И следующий наград. Так, ну-ка, те. Его больше не нравится. Так, и лучи-ка, чё у него? О, врагов нашли, будем изучать их. Огонь. Так, на нет. Что-то надо повесили. Я вот не знаю, что вот эти все значат. Это ужас или что это вообще? Как знать вообще статус? Это же пес первого уровня. Конечно, он нужен. Интересно, что за статус? Можно здесь узнать? Вот статусный эффект. Так, отравление, безмолвие, страх. Невозможно использовать усиление. Снижается точность физических атак. Блин, ну вот это вот полезная тема, это надо будет запомнить. Какая же RPG без вот этого, да? И фонарь. Фонарь враг. Надо изучать. Надо изучать. Полосы вот так хренась. Плохая идея, конечно. Ну а чё навыки вора? Это вор вообще на самом деле достаточно пососный парень. Лук. Ну-ка. К этому тоже изменилось, отлично.
coming, if thou darest. Ну ничего, мою фоточку купили, они так раздают. Мое почтение. Деренчик подкачиваем. Лучок. И вот. I've done my research on you. Так, этот вообще с копьем. Почему изюмились, сударь? Кинжал. Letting my arrow fly in true. Out of my way. Ну, я проще разочек. Поэтому. Твою мать, или не выключил. А, навыки жреца. Ну, просто. Почему ты еще это слаб, придурок? Электричество. Coming, if thou darest. Обьешь. Что с тобой? А, она все еще это самое поизменит. Ты можешь себя похилить. Ну, всех подсюда. Блин, не хватает нам, конечно, прям сильно. Помалышь. Бать у нее жизнь. Не можешь, да, его принять? Так, лук ты не любишь, значит, падла такая. Ух ты, бать. Так, значит, у нас тут есть кто-то, кто хорошо дамажит, надо их теперь жечь. Ну, экспа идет. Самое главное. Так, копейщик опять будет душить. Out of my way. Coming, if thou darest. Так, а ты сама-то? Нормально, думаю. Что за замок? Ну это замок. Ты что, уходил что ли? Это который мы должны оборовать. У нас четвертый персонаж вор. Его пролог сейчас проходим. Это замок, который он мечтает обокрасть. Ну вот мы, собственно, пытаемся ему помочь. А, с ним укладывал как раз. Ну вот, короче, четвертый пролог, да, за блондинчиком. Проходим. Ну, блондинчик, честно говоря, так себе. Так. Чудо за живучая хреновина. Чё такой живучий, алё? Охренеть, короче, если третьего левела солдата встречаем, в него надо весь демедж, который у охотницы есть. Понять бы ещё, куда нам идти?
Так, автосохранение. Come on, I've got better things to do. Ну, не слабенькие. Так, вот тут нам массовый бы удар кинжалом бы. Отлично, соответственно, массовый удар кинжалом, вот, вот точно. Ну, ладно, тогда хотя бы огонь. Во, массовый удар кинжалом. Пор. Ну, крест, он вряд ли что-то хорошо украдет. Давай пожар по нему. Ну, я бы не назвал это сильным ударом, но ладно. Если вроде слабости у них нет, а жахается как. Но по XP идем вообще нормально. Нормально. Замок DX вообще неплохой такой оказался. Я специально по нему, собственно, так вдумчиво хожу. Чтобы качать. Опа. Ну, это изи. Так. Опять, к сожалению, у нас нет, правда. Но он скоро левел должен получить. Давайте не будем. Самое. Так, а что он может это сделать? Ничего сделать не может. Ну ладно, бахнем туда. Просто так вот до левела подпустить его. Блин, ну вот нам бы вот этого парня прокачать, он такой useless. Ладно, бахнем пожар. Так. Вор, конечно, прям, мягко говоря, не очень. Лук у нас нет. Давайте. У нее очень много маны. Чем она мне нравится. Прям хорошо с манами. Да, что-то XP за них дали, конечно. Наряд ветра. Ой. Скорость существенно повысится. Но уклонение уйдет. Не, не хочу наряд ветра. Интересно, посох вообще элементарный. А, элементальная атака тоже посох влияет. Да. Так, а что у нас по навыкам этого придурка? Да, можем уже вкачать. Вор ОЗ. Дважды атакует одного врага кинжалом и крадет ОЗ в размере половины от нанесенного урона. Кинжалом дважды. Уменьшение физической силы атаки одного противника. Физической силы атаки одного противника. Разрушение врага уменьшает физическую защиту одного противника. Блин, ну вот это вот уже такое. Дважды атакует врага. Кинжалом крадет ОД. Поделиться ОД. Дарит одному ОД. Ну это не нужно. Но дважды ударить кинжалом и в принципе стырить ОД, ну хотя не очень много. Но воровать хп особо нет смысла, у нас хилеров до хера и хилки недорого стоят. А вот то, что у врагов, ну вряд ли у врагов есть набор ОД, мана закончится, врага вряд ли может. Броню пробивать. Физическую защиту понижать тоже смысл особо нет. У нас не так много по дамагам.
физический урон. Вряд ли тоже нам попадется босс, у которого будет чисто физический урон. Обычно у боссов магический урон. Дважды вот кинжалом бьет. Пускай ворует здоровье. Ловушка нам не нужна. Буревестник наносит большой урон молнии одному врагу. Дает на врага звук смертельным за атаки двух поставлять. Прицельный увеличивает шанс критического урона и точность всех союзов. Ну буревестник тоже не очень нужен. Ну, пассивку бы хотелось и открыть. Давайте на конец хода, чтобы входить в конце. Постоянные чувства. Дает повышенный шанс атаковать первым в бою. Использование этого навыка несколькими персонажами не дает дополнительный эффект. Так, давайте находим первым в бою. У этого пока пассивок нет. Но скоро появится. У этого даже скоро пассивок снова появится. Так, КП у них как? КП не очень хороший, но жить можно. Очевидно, что нам надо чем выше тем лучше. Ооо, нихуя себе! А, нет, это первый уровень, с копьями третьего. Можно смело убегать. Бесполезный бой. И это бесполезный бой. I'll make this quick. Так, давайте попробуем. Нихуя он дамажит. Я не ожидал, что он так будет дамажить. Не, ну ребята, все уже так, ничего так. Out of my way. Дамаг уже идет потихоньку. Но за них, конечно, очень мало цели дают. Я-то так больше потом. Фак. А вот и третьего левела пойдет. Letting the hunt begin. Ну-ка, шпани по ним. Лупом по всем. После этого боя, скорее всего, левла будет. Надо кого-нибудь новенького будет нанять. Как на них долго стан держится, охрененно.
War. Coming, if thou darest. Ой, хорош. Thou didst fight his courage. Приятно ощущать демос, бля, он не поднял уровень, у него нет маны, у него нет кп. И нам один левел до уровня, один бой. На босса бы не прийти. Таким уровнем. Так, отсюда тоже можно было прийти сюда, да? Это кто? А, это торговец. И это торговец, значит, нам сейчас предстоит босс файт, скорее всего. У нас есть. Левел бы получить бы из этого парня, не пришлось бы тогда... Ух, какой дэмэдж. Ты сдохни ты уже, ёбаный стыд. Так, мужик, ты должен левелапнуться. Еее, обалдёж. Тут меня терзают смутные сомнения, что мне направо. А на лево наверх, кто-то куда зачем? Да. Нам туда надо было или сюда? Так, мне надоело. Так. Я уже хочу. Я понял. Есть сундучок, а нам, значит, надо было сюда вниз. Вот эти сокровища, походу, есть. Те самые заветные. Бля, третьего левела копейщик, мы будем гонщик убивать. С другой стороны, это экспа. Но с другой стороны, мы заебемся его убивать. What next? Чё, what next? What next, вот это убьёшь. Тратить, конечно, на них такое себе. Ну да ладно. У меня этот заебет, конечно. Ладно, сейчас явно будет босс. Сохраняемся еще раз.
Жжем силу всем. Теми, кому это может пригодиться. Так, виноград, ладно, никому вроде не нужен. ОД. Помогут нам ОД вернуть. И... Мне так подсказывает что-то, что сейчас будет босс. Нет? Что-то тут только вот этот шарик и вся. Так это есть удивительное сокровище, о котором все говорят? Да, оно, наверное, в сейфе бы каком-то лежало или... Это как-то присоединено. Выглядит как обычный драгоценный камень, явно не стоит затраченных усилий. Этот камень стоит больше, чем ты в состоянии вообразить. Уже какой-то нашел. Твоя неспособность отличить истинную драгоценность просто поразительна. Да, сейчас это походу босс. А ты еще кто такой? Мало кто может так подкрасться ко мне. Так я должен задать тебе этот вопрос. Мало кто может проникнуть в самое сердце этого поместья. Прикачай мое самолюбие, ответов ты не получишь. Мое восхищение было искренним. Позволь мне поздравить, ты первый вор, сумевший туда проникнуть. Говоришь так, будто ты хотел, чтобы это случилось. Именно. Для этого мы усилили меры безопасности. Мы решили, что ни один уважающийся вор не устоит перед таким вызовом. Продолжай. Мы даже попросили помощи у бармена. Его задача находить достойных кандидатов и рассказывать ему о себе. Понятно, короче, что это не дебалово было. То есть вы обманываете преступников, чтобы они захотели ограбить этот дом. Я бы назвал это больше обращение к истинной природе. Так, ну а зачем? Ну вот этот поворот, да? Великое сокровище смекает Рабусов, в которой хранит целая армия. Какой вор устоит перед такой славой, таким богатством? Мы так надеялись, что это сработает, но действительность это разочаровала. Ну и наконец появился достойный. Я должен был это увидеть. Но ты явно не провидец, чему я бесконечно рад. Так что тебе от меня нужно? Нет, нет необходимости объяснять. Позволь мне представиться, мое имя Хитфорд. Я дворец на службе дома Равуса. Так, ты ожидаешь, что я поверю тебе, будто меня может застать врасплох обычный дворец? Anyway, впрочем, какая разница, кто такой, я уже ухожу. Всего хорошего. В ближайшее время ты никуда отсюда не уйдешь. Точно. Let's get this over. Здесь боссы большие всегда почему-то, ты понятно. Так, ну что? Ебать, у него опять 8. Если мы раньше это делали в нашей лучнице, 8 стаков сбить, это очень сложно просто, то теперь... О, Лиса Василиса, приветик, приветик. Ну, JRPG катаю, это же видно, что делаю. JRPG-шку катаю. Естественно, делаем анализ. Слепую тыкать такой себе. Атаки вора... Делаем, соответственно, сразу так. Первые два стака. Ну, в принципе, как бы призываем. Надеемся, что у него кризис. Они бафуют друг друга, отлично. Так. Знание зверей, навыки охотника. Ну, давайте постреляем. Хотя нет, слишком много убьет. Это самое, смысла нет. Ну давайте проверим. Для этого двух решаем противников. А, ну. У этого уязвимость к луку, отлично, все нормально, все хорошо, живем. Слава богу, живем. Все нормально. Как у тебя, Лиса Василиса, дела? Что-то давно не видно было.
иллюминацию. Цвет отлично, у этого резиста нету. Так, значит, два разочка его ударяешь и станешь. Я думаю, это, наверное, лучше, что можно сделать. Кстати, его бы неплохо обворовать, но это когда мы его застанем. У него что-то может быть хорошее. Так, навыки зеленого. Даем молнию побоем. Надо было посмотреть, сколько у него хп. Не посмотрел, сколько у него хп. Опа! Стримлапсик, ну, если отрабатывает бот, стримлапсик это отрабатывает. И я не зря настраивал. Так. Нам бы вот того бы еще узнать бы, да? А для этого мы можем сделать вот так. Меч и копье. Уязвимость к мечу. Уязвимость к мечу. Не заходил в физ, реально заходить к нам. У нас тут весело. Интересно всегда. Так, ну Билл, сколько у тебя жизни? 5000. И лед не любит он. Так, знания зверев. Так. Так, давайте призовем Сурок. Сурок нам еще поможет. Атака все жалом. Тоже снять. Ну линду надо, линду. Линду что-то побрить. Хорош. Так, ты пытаешься у него украсть. У него может что-то хорошее быть. Шанс успеха 22%. Все равно. Гранат. Ну, я правда надеялся, что что-то получше у него будет. Так, станем. Не станем на самом деле. Мы даем все равно вот эту письмо. И на следующем ходу мы его застанем. Так, сейчас будет ходить босс. Так, что тут нам делать, значит? Нам надо этому дилу опять достанить. У них, к сожалению, общих уязвимостей нет. Ну, мы все равно делаем то, что все. Неудачно. Да так, не убахнем. Ну вообще, ну давайте льдом попробуем, может у тебя льду. У них бы что-нибудь общее, если было бы, было бы так классно. Так, три удара кинжалом ты можешь сделать, давай. А толку от того, что ты сделаешь твое лучшее там. Толку от этого, роди моя. Застанем наконец-то по прибыткам. Два статуи не осталось. Это там человек отступает куда-то. А, это вызванный. Так, ну что, мы можем с вами его сейчас заставить. Очень хорошо. Так, а кто будет дальше ходить? А, он уже походил. Его заставить может баба. А мы уже пожаром по нему бахнем. Да, надо будет. Призови еще раз. Он его сейчас, если бахнет, он меня заставит.
coming, if thou darest. Ну давайте снайперский выстрел по нему делаем. 400, ну неплохо, неплохо. Можно было хорька на него травить. Подожди, у нас же есть ультра хорек. О, вот этот парень очень жестко дамажит. Оу, точно. Вот этого парня будем на него травить, его травить лучше. Это гораздо профитнее. Да, того застанет будет практически нереально. Еще раз. Так, ну мы можем вот так сделать. Как бы надо к этому все-таки стремиться. Ладно, хер с тобой, мудила, что у тебя за последнее это самое? Ясно. Не, ну в принципе у него такого особого ничего нет. Ну, это такое себе. Ничего такого прям. Блять. Ну нормально, дальше мы ходим. Так, ну что, мы в идеале должны сдать что-то сильное. Значит, дождь и стрел дальше делаем, наверное. Можно было бы, конечно, вот так, но у нас не хватает. Ну, да, ой, как неудачно опять. Да. У нас очень много настак, но на самом деле. Ну давайте бахнем, наверное, с вами молнии. Ну нормально. Так, ты, короче. Даешь двойную по нему. Нормально, за один ход мы ему снимаем 4. То есть нормально. Это, короче, нам компенсирует то, что он сейчас нам нужно дамажил. Но... этот вешает еще один стак. То есть на этом ходу мы его сейчас вами. На следующем ходу мы его застанем. Мы бы и сейчас могли его застанить, но нам не хватит. Два только можно повесить. Так вот. И потом ходит он, поэтому это. Так, а навык вор у нас он уже с такими руками. Давайте стаки на него вешать в любом случае. А, не, можно. Можно пока позаботиться вот этим парнем. Потому что этого у нас застанет. Тот придурок молнию сдаст, это придурок. Да, она из лука его достанет, а вот его достанет сложнее. Так. Вот сейчас мы его светом-то и застанем. Все, два стака на него повесить. Это можно сделать луком. Угу. Ну да, самое профитное не выдерживает, наверное. Когда он ходит. Не, ну мы можем, конечно, в принципе, сделать чуть-чуть профитней. Луком по нему садануть. Балдеж. Ну а этот усиленько дает. Хотя нет, давайте посмотрим, сколько у него еще жизни осталось. Сколько у тебя жизни осталось? Блять, какие же здесь долгие боссы, пиздец. Боже мой. Боже мой, какие здесь душные боссы, пиздец. Как у них много жизни, блять. Просто ебануться, какие у них. Как у них много жизни. Наконец мы сбили того придурка. И что делать?
Да, немного это в буквальном смысле немного, короче. Делать ты можешь, а слово вот вообще совсем вызывает его придурка. Если мы успеем его застанет, то это будет очень хорошо. Бой застанели, надо ей маму залить будет. Дэмэдж! Щит! Просто этот хорёк его просто разорвал. Так, а ты можешь за себя постоять. Кажется, я тебя недооценил. Могу сказать тоже о тебе. Это что входит в программу обучения дворецких? I see you still have some reservations about my profession. Though I'm sure my victory ends my words. Your victory? Твоей победы. What in the... Any thief worth his salt should recognize that bat. Опознает это украшение. The mark of a convict. Нет разоблачения, некоторые называют ее браслетом дурака. Унизительное доказательство неудачи вора. Нет, мне. Не тебе отдавать мне приказы. Я не просто так подарил тебе браслет. Если кто-то его заметит, твой сегодняшний провал станет всех очевидным. Ах ты. Хотя, полагаю, гордость не позволит тебе его демонстрировать. Таким образом, у меня есть отличный рычаг давления. Так, ну понятно, короче, везде у нас... Хитрожопый, хитрожопый. Конечно, вломились в мой дом, но я могу закрыть на это глаза. Прекрасно, еще свидетель. Простите, что не представилась сразу. Меня зовут Корделия Равус, я хозяйка этого дома. Передайте мое восхищение вашему дизайнеру, он очень живописно расставил ловушки. Позвольте мне все объяснить. Сокровище, которое вы пришли, это семейная реликвия, известная как драконьи камни. Эти камни передаются в нашей семье из поколения в поколение. Драконьи камни? Я вижу только один. Увы, раньше их было больше. Но после смерти моих родителей в общем месяце камни были украдены. К счастью, Хитком удалось вернуть стопировый камень. Как трогательная преданность. На этом месте я должен разрыдаться? Возможно, теперь ты понимаешь свою роль в этой истории. Если берешь три оставшихся камня, мы снимем браслет с твоего запястья. А, так это все спланировано было. Да, но, пожалуйста, поймите, у меня не было. Неплохо все продумано. Послать вора, ловить вора. Разве воры не говорят, как кто попадает, тот и отвечает. Говорят. Ты знаешь, о воротах намного больше, чем полагается дворецкому старику. Я не хочу отвлекать тебя от своей жизни, но это более срочные дела. Согласен ли ты выполнить поручение Леди Равус, юноша, если откажешься? Я сделаю. Чудесно, я буду молиться об удачном завершении твоего путешествия.
Ну, что-то как-то слабенькая мотивация, какой-то странный браслет. То есть там болгарочка источила, и все, и нормально. А, ты вернулся. Ты принес обещанную байку. Меняю ее на выход. Боюсь, такую валюту я не понимаю. Слушай, я только что с ним игрался, я там чуть где-то пообщался с парнем поймешь. Ты его за случаем не знаешь? Я рекомендовал тебе обходить это место. Ну что, нашел то, что искал? Даже больше, чем хотелось бы. А теперь я ужасно хочу пить. Вряд ли хватит одного стакана, чтобы пить этот пик. Так. Ладно, унесло. Так, на север отправлять? Блин, тут прологи, конечно, пипец. Просто пипец прологи. Я 6 часов с половиной уже играю, я все пролог прохожу. Господин Терриан, господин Терриан, прошу вас подождите. Что еще? Я пришла вас проводить? Если вы останетесь в путь по моей просьбе. Послушайте, я просто выполнил свою часть сделки. Ни больше, ни меньше. Понимаю, но все. Он прав, миледи. Мы с вами не соглашаемся с этим искусством, но недальновидным вором. Точно. Я что-то должен знать перед уходом. Как вы, наверное, заметили, я сохранил голубой драконий камень. Он известен как сапфировый. Все остальные называются рубиновый, изумрудный, золотой. За характерный блеск. И если я следую тебя выполнил, ты снимешь браслет. Твое слово. Да, звучит, конечно, весомо. Есть идея, с чего начать поиски? Твой слух, что один ученый в Нобл Корте знает рубиновый драконий камень. Нобл Корт. Прекрасно. Ну, мне сгодится. Господин Терриан, господи, что? Пожалуйста, будьте осторожны. Я сказал что-то не то. Вот уже что такое парень, как я будет работать на кого-то вроде вас. Ладно, не пойду, получите свои камни, я свое дело знаю. Теперь он пустился в путь, ему придется выполнить поручение, вернуть похищенные камни. Объяснять ему позора. Он и не знал, какая судьба его ожидает. Пипец просто. Просто пипец вообще. Просто пощада игра. Ё-моё. Она реально бесконечная. Так, не сейчас. Не сейчас. Здесь они первыми ходят. Бесконечно, причем ходят первыми. Охренеть. 4 пролога за 6,5 часов. Yeah. Старая школа. Так, ну следующая глава у нас, я так понимаю, будет же... Да. Нам следующие прологи надо идти делать, потому что вторая глава, скорее всего, нет, первая, а, во, 22 левел. Вторая глава требует 22 уровень. Ну да,
Еще 4 пролога осталось. Очень своеобразная система повествования, конечно. Ладно, это уже потом будем делать. Я сейчас чисто не... Блин, отвлечь. 6,5 часов, 4 пролога, блин. Спасибо всем, кто смотрел. Рад был всех видеть. Те, кто приходит, молодцы. Кто пишет всякие еще большие, молодцы. Вот. Подписывайтесь на канал, приходите в Discord. Забудьте донатить, реквестить игры. Ютубчик для тех, кто просматривает, не успевает на стримы или хочет посмотреть, что было раньше на канале, когда-то давным-давно, Once Upon a Time. Вот. Крутану рекламку и на этом все. До новых встреч, до будущих побед, друзья. Пока-пока.